Ракета носитель «Ангара» легкого класса, «Ангара 1-2. Это уже новая современная ракета, это будущее нашей космической отрасли. Это надежная ракета, и она в будущем себя проявит. Еще есть «Ангара А-5, которую мы запускали в том году. И предстоит в будущем здесь, на этом пусковой установке, при пуске этой ракеты. Готов к заправке баков окислителя. На связи 116. 116, вести полетный уровень КСУ А-101. Команду принял 116. Расчет, внимание, пуск. Уникальность этого пуска то, что в этом году вот уже проведен 10-й запуск космического аппарата, уже 6-й пуск ракеты космического назначения «Ангара», и это проведено здесь с универсального стартового комплекса космодрома Плесецк. Совместным боевым расчетом воздушно-космических сил здесь с универсального стартового комплекса был успешный запуск космического аппарата. Работа прошла штатно, все операции выполнены своевременно.